Ты похудела очень круто, да. Знаете, первый месяц очень сильно заметно похудение. А вот второй месяц у меня случилась маленькая психологическая паранойя, что я уже не худею, но хотя на самом деле уменьшается. Они втроем объединились против тебя. Это нечестно. Трое против одного. Ой, успокойтесь, хоть пятеро будет против меня, я все выдержу. Мне никто не нравится на проекте. Хотя с поляны, может быть. А кто вам делает маникюр на острове? У нас есть девочка. Да, наверное, потому что ем мало и энергия не восстанавливается. Без 20 час. Нальчик, привет. Не делай такую прическу. Смотрите. Объясняю для вас еще раз. У меня длинные волосы. И в связи с тем, что на острове плюс 35, очень жарко. Я не готова, знаете, ходить, чтобы у меня прела спина и всякое такое. Кушаю только белки. Сколько протеина надо для печенья? Один куб. Если вы хотите протеиновые именно печеньки, то взбиваем 3 белка, сахзам и также грамм 15. И один куб этого протеина кладем, и все. Столько же, 15 минут на 175 грамм. Крутой кекс на завтрак можно только, потому что там овсянка. Спокойной ночи. Я ничего не делала с микрофоном. Блинский. И с какого момента вы ничего не слышали? Смотрите, у меня шоколадный, потому что на острове мало какой можно купить.
Я люблю клубничный, но кто-то печеньку покупает, кто-то ваниль. Да. Да, уже увидела, что не слышно. Сейчас слышно? Да я уже открыла динамик, я не знаю, что происходит. Блин, столько смс-ок, что... у меня открыт динамик. Как я должна? Сука, в натуре. Рассказала сама себе. О, наконец. А с какого момента вы не слышали? Что вам повторить? А теперь все сначала. Так. Смотрите. Набирает из-за пальмового масла протеин какой на вкус, который пьют. Я пью шоколадный, потому что здесь другого не могу найти. Люблю клубничный, ванильный, синта очень вкусный. Сообщение поздно приходит. Кстати, да. Уже слышно. С Настей дружишь, увидите в эфирах. Раньше не было слышно. Скажи, почему белая живет на яхте? Потому что они изгои. Блин, такая сонная, такая крутая и простая. Это королева Сейшел. Спасибо большое. Просто не задавайте пока вопросы про печенье, что-то было. Так, понятно, про печенье. Говорю, есть крутое кокосовое печенье. Два белка. Взбиваем с сакзамом до густой пены. Сакзаму грамм 10-15, не больше. Густая пена, прям вот, прям густая-густая, чтобы ложка стояла. Убираем миксер и добавляем туда 100 грамм кокосовой стружки. Перемешиваем аккуратненько, не быстро, а аккуратно. Открываем духовку, кладем на противень, либо на эту пергаментную бумагу. 15 минут, 175 градусов, и печенье готово. Не надо только его комкать, сжимать просто на ложечке, аккуратно положили на противень. Все. Потом я вам говорила про то, как мне все нравится, все, что делают мои фан-группы. Начни сначала, понятно. Чтобы похудеть, просто надо перестать жрать. Да, нужно перестать жрать сладкое, как минимум 21 день без сахара. Плюс можно делать кардио, и белковая диета вам в помощь. Через 14 дней вы увидите результат, но при этом пить много воды. Сколько ты сейчас весишь? Честно, не знаю. До этого весила 63. Потому что они лохи, проект. Понятно. У какой Эдиды нравится? Где текст песни или просто классные переходы? Так. Фан. Я не могу сейчас тебе подсказать, потому что я не помню, у какой фан-группы, какие видео и... Ты телефон как-то мне показываешь. А это кто? Знакомый. Короче, я не помню, у кого какие ролики сейчас. Мне тяжело, у меня настолько голова вот такая тяжелая. Со Строковой, да, общаюсь. Пластины ногтей. Спасибо большое. Ты крутая. Почему Барыш ушел с девчонками? Ну, потому что ему больше не с кем общаться. Время без 7, час. Когда ты уже с Ромашовым будешь? Когда? Спаси Господи. Нет, нам красит. Красит нам. Я не пьяная, успокойтесь, я не пью. Я просто уставшая. Я просто бухаю Режим каждый день, просто как пиздец. алкаш. Ты очень простая заика, да. Рецепт и сохрани эфир. Хорошо, я сохраню вам. Короче, напишу рецепт. Привет, привет, привет. Барыш в Узбекушин встречается? Нет, конечно. Я со всеми очень хорошо общаюсь на острове. С кем живу? Я живу на квартале Ди.
Вик. Блядь, ты не показывай. Что делаешь, если... Что делать, если ты худая, а у тебя второй подбородок? У меня? У меня любой. Вот так любой будет сидеть, у него будет второй подбородок. Меня бесит, что к тебе так все относятся. Это классно, они нихера не понимают. Ты, честно говоря, мне все равно, как кто ко мне относится. Главное, что мне комфортно. Вот она, самая моя любимая участница. Спасибо. Яна, я хочу, чтобы ты наконец пришел в норму, мужик. Ты была счастлива, чтобы ты выиграла все конкурсы. А еще сказать, пошли все в жопу, если ты не такая. Все нормально. Спасибо большое. 178. Смотрите. Есть 14... Вот вы можете даже просто зайти в этот... Господи, в интернет. И почитать про белковую диету. Вы все равно, когда будете есть белковую диету, у вас будет попадать немного жиров туда. Но жиров мы не боимся. Надо, я знаю, что здесь заказать. Спокойно отношусь к себе. Что заказать? Заказать желе. Желатин. Расскажи больше про питание. Дима, привет! Короче, питание у меня. Утром белок, 3 белочка вареных. А в обед тунец, либо рыбка с салатиком. Могу фрукты поесть до 2 часов. Сегодня я ела много печенья, потому что у меня было очень много затрат на калорий. И сейчас я поела рыбку. Но она такая была невкусная и закусила 2 яблоками. Чем вы занимаетесь? Зачем там находиться? Мы тут живем. Краснодару привет. Почему Никита? Я не знаю. Куда они ушли? Не знаю. Так, так, так. Сейчас пойду спать. Сахалину привет. Нет, тест не за хорешом. Ты в первом потоке? Что за утверждение, что я в первом потоке? Да? Я только сейчас поняла, кто мне написал. Леня. Твою мать, а мне надо еще жопой кверху. Так одна камера берет на первый поток. Ну, а там же зеркало. Спасибо. Вики, привет. А это кто? Леня. Леня, привет. Он где-то тут спрятался на территории. Блять, вот ну обязательно, Лень. Ну нахер камеры поворачивать. А Леня-то тут при чем? Ну кто? Лень, тут на тебя жалуются. Нет, с Женей не общаюсь. Алена не ушла с проекта. Или про какую вы говорите? Я самая харизматичная, крутая. Спасибо. Какое для тебя самое главное качество в мужчине? Ху, их много должно быть. Как минимум, уверенный в себе. Так, когда будете есть белковую диету? Все, господи, странный вопрос. Спасибо. Да, я исключила все углеводы, но вот позавчера у меня был углеводный день. Самое лучшее. Спасибо, сексапильная. Так. Диму заметили. Без 2 часа. Сейчас пойду уже спать. Я не бухаю. Ренат. Такое чувство, будто сижу в эфире у блогерши Фитоняшки. Да, я сама в шоке. Ну, судя по всему, я вернусь как раз-таки Фитоняшкой, мне кажется. Да, Леня? Тяжело там? Очень. Все скучно на личном фронте. Никвом на нету. А что такое первый поток? Первый поток — это... когда на Москву подается. Я из Питера.
Маты вас не красят, не ругайтесь. Я крайне редко ругаюсь. Из Питера родом. Так, так, так. Ты тогда говорил, что для печенья нужно 5 ложек протеина. Да, но у меня 5 ложек и есть один куб этот, получается. У меня большой такой кубик. Короче, почти... Прочти, Яна, и сама крутая Захарова. Я тоже вас всех обожаю. Конечно, похудеешь за эту семью. Ах ты сволочь, а? Тебе в какую камеру фиг показать? Фак, фук, пальчик, в общем. Сейчас я устрою тут стриптизные танцы. Эх! Ой, подожди, Лёнь, слушай, а там эта плазма в Москве включена, получается, на поляне? Мы туда подаемся, потому что вчера у них не было включено. Сейчас буду голым задом, как обычно, по старой схеме. Вашингтон, привет. Нет, чернокожий мне не нужен. 178. Вы сами готовите на острове? Нет, у нас готовит повар, но если мы хотим чего-то особенного, то да. Завтра я себе котлетки куриные сделаю. Хоть бы сказал. Даже не удивлена. Лёня, ничего не меняется, а? Спать давай уже ложись. Какой голос сзади. Короче, кроме температуры, резкого поднятия пока ничего нет. И красного горла. Как прерви. Это вы про что? Беларусь, привет! Психологически трудно держать диету. Психологически трудно отказаться от сладкого, но со временем ты начинаешь свыкаться. Первое время вы можете срываться и подъедать. А потом вы уже поймете, что у вас есть результаты, что вы не хотите. 11 числа я официально позволяю себе весь день обжираться. Нет, ни свинок есть не будем. Хотя вон, может, Лёня проголодается и съест. Ты такая настоящая, без фальши, так держать. Очень интересно. Правда, дом 2 по сценарию? Нет, конечно. Мы живем обычной жизнью. Лёня, а там что, некого больше снимать? Да, охраняешь сон. Я чуть не вижу, чтобы у меня кто-то в бунгало охранял мой сон. Как у тебя дела? Все прекрасно. Арина, привет. Так, привет из Минска. Отступила от Румашова. Да нафиг мне Румашов не нужен. Почему не присоединяешь подписчиков в прямой эфир? Потому что кроме участников Дома 2 я никого не имею права присоединять. Лёня, а ты что, сегодня без поплавка, что ли, в ночь? Да, хочу домой. Простец не отвечают до воскресенья. Да? Да? Я тебе вчера до 4:30 сказала, давай спать, ты не ложилась. Нет, сейчас я выключу. Как часто устраивает чипмил? Раз в 10 дней. Не очень полезен. Нравится кто-то из сотрудников? Что это за вопросы тут такие? Что за вопросы пошли? Вика, тебе какой-то вопрос задали. Нравится тебе кто-то из сотрудников, а? Ой, мне кажется, тебе задали, нет? Нет, говорят, Вик. Не, мне не кажется, что он говорит. Барышев, видимо, все настолько плохо. Ромашов тоже в прямом. Да, удачи ему, желаю, чтобы кур побольше зашло в прямой эфир. Конечно, я считаю себя красоткой. А? Кто такой Леня? Лёнь, там спрашивают, кто ты такой. У вас Кадони такой грозный? Нет, Кадони очень крутой. Так, ладно, всем спокойной ночи. Лёнь, ну ты теперь как понимаешь, нужно, короче, у кровати сидеть, охранять сон, как минимум. Когда шутит, так Петросян в отпуске. Помирились со Стэц. Смотрите эфиры. До субботы это трэш. Пока. А где твои орехи грецкие? Ну, вон там. Я. Не, я не сейчас. Пойдемте завтра немножечко выйти. Да, можно. Смотрите.
Вы все равно полностью от сладкого же не можете отказаться. Его раз в 10 дней можно есть. Но только раз в 10 дней. Я хочу от тебя магнитик из США.